Это так называемые животные для утешения. Золотистые ретриверы славятся своим добродушием и симпатией к людям. Поэтому чаще всего именно эту породу выбирают для терапевтической работы с теми, кто пережил теракты или любые другие катастрофы. Лохматые целители также отправятся в больницы, где еще находятся раненые после атаки в клубе «Пульс». Многие собаки обучены запрыгивать на кровать к пациентам в больницах. Общение с ними приносит радость и облегчает боль. Стоит обнять такого пса, сразу начинаешь плакать от счастья. Боевики ИГИЛ подтвердили смерть своего главаря Абубакра аль-Багдади. Об этом рассказала связанная с запрещенной в России группировкой новостное агентство «Аммак». Сообщает...